Прячися гуцом, ай хаші Христа. And so I came to see her, at least for a while. Коллектив наш в нынешнем виде историю свою начал в 2008 году. Отправная точка для нас явилась 15-я юбилейная церемония открытия Киношока. Коллектив создан на базе двух замечательных самобытных творческих коллективов филармонии. Это камерный оркестр и Big Band, оркестр эстрадной джазовой музыки Екатеринодар Band. Репертуар, он как бы заложен в названии оркестра, эстрадно-симфонический оркестр. Поэтому мы играем, конечно, эстрадную музыку, играем джаз, играем популярную классическую музыку. Это живой драйв, это открытые сердца, это живая музыка, которая заполняет сердца не только тебя как солиста, но и зрителей в зале. Поэтому с ними работать одно удовольствие. Программа меняется, это и опера, это и старинные русские романсы, это романсы современных композиторов и кубанских композиторов, в частности, и Григория Федоровича Пономаренко. Оркестр шагает в ногу со временем. Это и рок-музыка, это и современный классический кроссовер, это и модерн-музыка. Не зацикливаемся на чем-то одном. Лидер «Вагабондов» Игорь Хач был на концерте в Ростове нашего концерта со «Скорпионс», и, по-видимому, вот эта его идея вдохновила, и как бы он вот является продюсером, что ли, этого проекта. Написаны им аранжировки, ну, соответственно, от меня была полная поддержка, мы это все разучили, записали демонстрационную запись, видео и студийную на студию, свели это все, получился неплохой видеоклип, и надеюсь, что у нас будет продолжение, я думаю, что это будет интересно. Это традиция использования симфонических оркестров для сопровождения рок-групп зародилась на рубеже веков. Это, по-видимому, был ансамбль «Скорпионс». Наши отечественные группы — это «Би-2», прежде всего, ансамбль «Ария». Но вот с «Би-2» у нас был очень интересный концерт, программа интересная. Надеюсь, мы еще с ними встретимся.